Знаменитый врач ни в чем себе не отказывает. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем вам о том, сколько на самом деле зарабатывает доктор Мясников и почему простые граждане в шоке от таких сумм. Александр Мясников успешно занимает не одну, а целый ряд ответственных должностей. Он является главным врачом одной из престижных московских больниц, руководителем информационного центра оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и ведущим медицинских программ. Естественно, за свой многогранный труд он получает щедрое вознаграждение. Мясников не ограничивается только официальной зарплатой, ведь его доход также пополняется за счет публичной деятельности, проведения вебинаров и удаленных консультаций. Общая сумма его заработка за год представляет собой внушительную цифру. Из одной из последних налоговых деклараций видно, что доход 70-летнего Александра Мясникова превысил 32 миллиона рублей. Однако точная доля этой суммы, приходящаяся на его медийную деятельность, остается тайной. Кроме того, в списке владений врача значительное количество недвижимости, участок земли площадью 6 тысяч квадратных метров, жилой дом общей площадью 200 квадратных метров, 3 квартиры, просторное нежилое помещение. Не остается без внимания также его автопарк, включающий в себя автомобили Mercedes-Benz G500 и УАЗ, а также два мотовездехода. Конечно, у Мясникова нет личного вагона поезда, как у Николая Баскова, но доход и прочие блага действительно внушительные.